Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так мы читаем замечательный Шримад Бхагаватам. 19 главу, текст 33 и 34. Они очень такие близкие, похожие. Глава называется «Появление Шукадева Госвами». Сразу прочитаем санскрит, перевод, комментарий. Ешамса самратам пумсам садьях шутьянти вайграхах кимпунар даршанас парша
Падаша, Учья, Сан, Пих. Переводы, комментарии. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы... О, что-то тут не то нажал. Принтер не сработал, пришлось тащить целый компьютер. На работу все равно, разница. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем тебя, и тем более, если мы созерцаем тебя, прикасаемся к тебе, омываем твои святые стопы и предлагаем тебе место в нашем доме. Комментарий. Значение святых мест паломничества заключается в присутствии там великих мудрецов и святых. Говорится, что грешные люди, посещая святые места, оставляют свои грехи, которые скапливаются там. Но присутствие великих святых нейтрализует скопившиеся грехи. Итак, по милости преданных и святых, которые находятся там, поддерживается святость этих мест. Если такие святые появляются в домах мирских людей, накопившиеся грехи этих людей, наслаждающихся материальным, тотчас же нейтрализуются. Следовательно, святые мудрецы не преследуют корыстных целей в общении с домохозяевами. Единственная цель таких святых – осветить их дома, поэтому домохозяева должны быть благодарны, когда святые и мудрецы появляются у их дверей. Домохозяин, который непочтительно относится к таким святым, великий оскорбитель. Поэтому, если домохозяин не поклоняется святому, чтобы нейтрализовать это великое оскорбление, ему не поклонится. И поэтому, если домохозяин не поклонится святому, чтобы нейтрализовать это великое оскорбление, ему предписывается поститься в течение всего дня. Всего-то, да? В Кали-Югу все прощается. Следующий стих, 34. Санитхаятте маха йогин татаккани махаттапи садьо нашьянти вайпумсам вишнор и васуреттарга. О святой, о великий мистик, как атеист не может находиться в присутствии личности Бога, так одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи человека. Комментарий. Есть две категории людей – атеисты и преданные Господа. Преданный Господа проявляет божественные качества, поэтому называют полубогом. Вот не про нас. А атеистов же называют демонами. Это тоже не про нас. Демон не может вынести присутствие вечной личности Бога. Демоны всегда пытаются уничтожить личность Бога. Но на самом деле, стоит личности Бога появиться в виде своего трансцендентного имени, формы, качества, игр, атрибутов или многообразия, демон тотчас же гибнет. Говорится, что при одном звуке святого имени Господа привидения сразу исчезают. Поэтому Вайнера очищена улица от привидений, потому что там ходит харинама регулярно. И люди, кстати, об этом... Вот мы читаем, но не верим. Читаем, но не верим. Правильно? Не верим? Не верим. Почему? Бестолковое. Потому что вот тут написано вот прямо, что при одном звуке святого имени Господа привидение сразу исчезает. Но вот мы прочитаем, но как-то не принимается. Это наша неудача. Великие святые и преданные Господу входят в число его атрибутов. Вот так вот. Преданным и его атрибуты. И как только появляется святой преданный, грехи, подобно привидениям, тут же уничтожаются. Так гласят ведические писания. Поэтому человеку рекомендуется общаться только со святыми преданными, чтобы демоны этого мира и привидения не могли распространить на него свое пагубное влияние. Так, еще раз. 33 стих. Ишам самсара напумсам садьях шутхи янтиграх ким пунардашам спарша пада шаучья санна пхих. Наши дома мгновенно освещаются, даже если мы просто вспоминаем тебя, тем более, если мы созерцаем тебя, прикасаемся к тебе, омываем твои святые стопы и предлагаем тебе место в нашем доме. О святой великий мистик, как атеист не может находиться в присутствии личности Бога, так одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи человека. Омагьян тимирандасья генанджана чалакая чакшур милитамина тасмай шри гурвенуха шри читанья манобхиштам стхагитам янабхутари своям рупаха дамахаям дадати свападантикам Манча калпа дарубьях ча, крипа синдхубья и вача, патита нам паранебью, вайшнамы пиру намонамаха, тащи кришна читанья, прапунитья нанда, шри эдвай тагададхар, шивас адигуру бахтавринда,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtayavata Vishimakti Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Намасте Сарасвате Девы Гурвани Прачарина Нирвишеша Шуньявани Пащета Дешета. Итак, все тут так сказано, что даже добавить нечего. Великие святые — это самое большое счастье в нашей жизни, если мы имеем с ними общение. И заканчивается этот текст, 2-34. Человеку рекомендуется общаться только со святыми преданными. Только со святыми. И Рупа Госвами в нектаре наставления говорит, Суттама Адхикари общаться. Нужно общаться как можно более старшими, возвышенными преданными. Это великая удача, нужно дорожить этим общением. Почему? Почему? Почему нужно общаться с садху? Вот какие почести? Весь Шримад Бхагаватам говорит о том, что самое большое счастье и благословение для человека – это общение с садху, когда садху освещает дома. Почему? Потому что садху разрушает иллюзии. Весь этот материальный мир, не сговариваясь, он пытается создать иллюзию благополучия. Правильно? Все улыбаются, то есть реклама везде, посмотрите, везде реклама, счастье, счастье, все, значит, тебе там продавцы улыбаются, дают тебе карточку скидочную, и ты вроде понимаешь, что тебя ободрали, но ты идешь, в следующий раз я приду, у меня на 2% будет, на 2% меньше, а спасибо от Сбербанка, тебе 1% отчисляют или половину процента, и ты уже смотришь, у тебя там еще какая-то 1000 рублей, неожиданно накопилась, какая радость. И все время это вот кажется так, что вот это все хорошо. А вот все, что вот плохо, да, ладно сейчас интернет, но раньше все замалчивалось, да, ведь? Вот сейчас любая, вот сейчас авария, машины разбитые, кровь на асфальте, все это уберут, засыпят, быстро подмарафетят. Сейчас даже не выносят с музыкой. Запрещено. Запрещено с музыкой. А мы же помним эту красоту, когда это шла живой улица. Живой музыкой, живой музыкой. Да дело не в живой, просто когда вот это шла, бом-бом-бом-бом, через весь квартал. Такая жесть, вся сразу, вот это весь, все это вот иллюзия мира, что все в этом мире счастье, все сразу же просто рушилось. И все думали, ой, быстрее, быстрее, как говорил Махарадж, туча, пронеси быстрее вообще. Вот этот вот звук, и вот это вот траурного марша, этот гроб, этот труп, который в нем лежит, это так все напрягало. Сейчас, смотрите, сейчас все нет. Сейчас почти как у Господа Будды, Шакьямуни. Там же что было? Ему же, его отец хотел, чтобы он не видел ни старости, ни болезни, был закрыт, там все, там не все, все были молодые, всех старых убирали. Вот так и сейчас. Но в интернете сейчас уже к смерти настолько привыкли, что не относятся, ну, слава Богу, пронесло, не я. Все. А так-то, в общем, вот. А садху, он что? Вот я работаю на стройке, садху, он как технадзор. Вот технадзор, что он делает? Он... Все вот эти вот строители, все время пытаются пустить пыль в глаза, они все подмарафетят, делают там, стряпают, а потом вот внешне вроде красиво, а он ходит, тут не так, там не так. Он все время следит за качеством, правильно? Угу. Вот. И садху не участвует вот вообще в этой общей кампании прославления материальной жизни, в которой участвуют все до одного материалисты, хвастаясь своими достижениями, материальными приобретениями и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, как бы, нельзя же назвать садху всеми, кто просто хаят этот мир, правильно? Вот моей маме, она, у меня отец погиб, когда мне было 1.5 года, потом она пыталась как-то устроить свою жизнь и выходила замуж там за двоих, так сказать, очень глупых товарищей. Один из них был настолько глуп, что я даже его имя его не помню, его все лыжник называли. Лыжник. Ну, лыжником был. И все, так сказать. И как бы человек абсолютно, так сказать, ну, бестолковый. Вот. Я имя не помню. Все родственники его называли лыжник. И у него сочетались две удивительные вещи, так сказать. Это беспрецедентная глупость и страстное желание отвечать на все вопросы. Он вторгался в любой разговор и нес всякую пургу, так сказать, при этом полнейшая глупость. Вот. То есть это садху. То есть человек, который знает ответы на все вопросы. Нет, конечно. То есть садху в первую очередь, он не только критикует на кухне там, за чашкой кофе, за сигаретой, там, все подряд, политику, там, политиков клеймит. Общество, все, всех лимит, да? Садху в первую очередь рекламирует духовный мир. Да, ведь? Вот в чем назначение садху. Да? Вот, потому что, как Прабхупада, он же не только критиковал,
Он же говорил о Кришне, все время в контексте этого, все время о негодяях и мошенниках он говорил, о тех людях, которые пытаются увести людей от Кришны. Вот в чем назначение садху. Вот. Потому что что нашу жизнь портит? Много разных моментов. Невежество нашу жизнь портит, правильно? Потому что мы живем не по божеству, но это все невежество, это все следствие невежества. Все невежество. Вот. Нас радует божественная красота, да? Причем самое интересное, что вот эти. От этого невежества. Простите. Да. Ну и вопросики потом, и дополнение тоже. Значит, когда мы строим дома, вот я строитель, да, строим, все должно быть квадратно, перпендикулярно, ровненько, да, все. И дома вроде сейчас, смотрите, новостройки красивые всякие, цвета разные, все там, комбинации каких вот этих всех вещей, и все дальше, все круче. Но люди там сидят и ругаются в этих домах, и жизнь разваливается, и все прочее. А выйдешь на природу, что там? Там ни одного угла нет, есть новосточная мудрость. Природа не создает углов, углы создают люди. Люди создают углы, об них стукаются, расшибают лбы. Углы в отношениях, во всем, да? А в природе все кривое. Природа, она все сглаживает. Да, там ни одного прямого места нет, там все такое вот, выйдешь на природу, деревья кривые, все кривое, озеро кривое, береговая полоса, но красота, потому что Кришна сам есть кривой, то есть он ничего прямо делает, он даже говорит все иносказательно, и говорит вот так вот все витиевато, и можно понять двусмысленно, почему он так делает, почему он говорит так, что все можно, почему бы не сказать ему прямо однозначно, вот прямо как отрублено, да, почему, потому что чтобы нужно, чтобы люди могли толковать по-разному, спекулировать, понимать по-разному, для того, чтобы оставить свободу выбора. Махарадж же говорил об этом. Что если бы он сказал бы прямо, говорил, то лишился бы свободы выбора. А, нет, это Патита Паван на лекции говорил, да? Если бы он так вот все разложил по полочкам, все сказал, это дело, это не дело, то живые существа бы лишились свободы выбора. А это нарушение принципа свободы, да? Поэтому Кришна все так говорит. Иносказательно, двусмысленно, нужен толкователь, нужен садху, который это растолкует. Потому что до поезда Прабхупады было 700 изданий Бхагавадгиты, и ни одной не было правильно. Я начинал свой духовный путь с Бхагавадгиты, которая вообще никакого отношения не имеет к вайшнавизму. Я там писал, там слово «душа» заменено на сознание полностью. И смысл полностью меняется. Комментарии немного, но не все кривые. Там ничего не понятно, там читаешь Бхагавадгиту, ничего не понятно. Там «душа» слово заменено на сознание. Какого-то там этого интегральную йогу, кто там создал это? Вот. Деятель один, надергался, всех забыл. Шри Аурабиндовскую я Бхагавадгиту читал. Да. Вот. Надергал все, вот, интегрировал там, создал. Ну, в общем, поэтому вот садху он режет как нож, да? То есть говорится, садху тяжелый, потому что он говорит правду. Но мы не должны имитировать, потому что у садху сердце мягкое, как шелк, поэтому он, когда говорит прямые резкие вещи, люди это принимают с благодарностью и милостью. Мы не должны имитировать, потому что если у человека как камень сердце, то когда он говорит резкие слова, это очень сильно ранит. Поэтому чем тверже сердце, тем нужно говорить только мягкие слова. Вот мне, например, вообще нужно говорить только мягкие слова, полностью из лексикона убрать все слова ругательные, требовательные и прочие, потому что сердце каменное, и когда я начинаю говорить в состоянии эмоционального какого-то возбуждения, то люди сразу все обижаются. Вот, потому что я не садху. Вот. И как брахмачари 90-х годов, помните, я, значит, пример недавно говорил, да, как рассказывал о Адити Духах и Прабху, да, как они там проповедовали, что человек это мешок с дерьмом. Вот всего-навсего мешок с дерьмом, что, как мы говорили, что когда его поставили в тупик, что вот я не могу, так сказать, на Гангу Девидаси говорить, что на мешок с дерьмом, он говорит, ну, выкрутился. Мешок с дерьмом это Наташа, а вот Ганга Девидаси это духовная сущность. И брахмачари, тогда проповедь была такая жесткая, да, вот красивая женщина идет, да, вот красивая женщина, давайте с нее кожу снимем, красивая она. Нет, она не красивая, значит, красоту отделяет от некрасоты всего 1 миллиметр. Ну да, если человеку кожу снять, он красивый будет. Страшный мешок с костями, с испражнениями, с желчью и со всякой гадостью. Вот такая была проповедь, да, вот это вот. Ну, поэтому мы не должны имитировать садху, это он может сказать так. А мы, когда начинаем так говорить, это просто будет отталкивать людей. Вот, потому что садху, он хоть и срывает маски, обнажает суть, но у него мягкое сердце. У него мягкое, поэтому то, что он говорит, это проходит, это не вызывает отторжения, да.
Вот. И он скрывает что садху? Почему в нем, почему вот так как бы вот Махараджа Парикшита прославляет садху? Почему? Потому что он скрывает демоничность этого мира. А в чем демоничность этого мира состоит, вопрос? В чем? В чем демоничность мира? Отвернулись от Бога. Правильно. Живые существа в этом мире, которые существуют только по милости Бога, они являются его неотъемлемыми частицами, они неблагодарны Богу. Более того, они протестуют против Бога. Они как бы бросают Богу вызов. То есть бросают не кому-то там. Ну, мы, понятно, когда глупец, мы не принимаем глупцов, негодяев, мошенников, самодуров. Да? Ну, мы не принимаем. Нормальное положение, да, когда какие-то придурки заходят, так сказать, и матерятся, вот вчера зашел на весь там магазин, там, да, там, как они будут обсуждать, как они будут пить. Просто алкашня зашла, и они матерятся на весь магазин. Мы таких людей не принимаем. Но люди же бросают вызов самой доброжелательной личности. Они же Богу бросают вызов. Вот. В этом и есть, заключается этот демонизм, да ведь? Потому что Господь настолько милостив, что Он этим людям позволяет совершать самые гнусные грехи. Настолько Он милостив, что Он их не тут же не уничтожает, не испепеляет. Он дает им возможность это делать. И они восстают про Него. И чем, как говорил юморист, чем больше свободы, тем больше мест лишения свободы. Да? Потому что люди что делают? Свободу очень сильно искушают, они пускаются во все тяжкие. Поэтому богатые мира сего, так сказать, они, тем не менее, не все заканчивают жизнь весело и здорово. Многие из них не заканчивают в тюрьмах, потому что вон они проворовываются. Сплав постоянно мы видим в интернете. Того посадили, этого посадили за взятки, и все. И потому что люди не могут, слишком много искушений. Миллионы, миллионы долларов могут они просто, сидя в чиновничьем кресле, получать за ни за что. Вот. Как вот я, ну ладно, это потом скажу. То есть, как вот, допустим, ребенку, да, вот вы дали деньги ребенку, да, на что-то хорошее, а он пошел, потратил на какую-то гадость, спиртное или наркотики. Вы же больше не дадите, правильно? Поэтому Господь, Он ограничивает свободу. Он помещает человека в тело, в котором он уже не может грешить. Правильно? Он уже не может, как бы, злоупотреблять этой свободой. Потому что свобода дана нам для того, чтобы что? Прийти к Богу. А мы ее тратим на что? Чтобы еще дальше уйти от Бога, еще дальше. Тем самым мы приближаем то состояние, вот люди во всем, люди, да, они еще дальше пытаются уйти от Бога. Вот если посмотреть, это же просто, ну, как бы, даже не будем касаться, так сказать, ужасов этих Кали-юги, да. Вот. Но, между прочим, да, если посмотреть, животные, они глупы, но глупости не совершают. Правильно? Они совершают только то, что им предписано по их собачьи, кошачьи и прочие, так сказать, дхармы. Да, они действуют просто то, что им полагается действовать. Тигр ест, мышка ворует, гадит везде. Ну, так сказать, они же поступают по животному. А у человека вроде сильный разум, да, но он делает это не только глупости. Одни только глупости делают. В материальном мире люди делают только одни глупости. Ничего хорошего они не делают. Без Бога. Вот. В материальном мире, конечно, без Бога. Поэтому жизнь все больше и больше жесткие правила ставит. Жесткие больше правила. Ко мне подходит вчера на работе директор компании, там на оперативке мы сидим. Но она не знает, что я кто-то. То ли буддист, то ли кришнит. Не знает, но знает, что я там с хвостиком хожу, значит, что-то у меня есть. И говорит, вот, Марш-то был не согласен, говорят, буддистов задержали. То есть мир обрастает слухами, мы там просто попели, кто-то написал там марш несогласных и кришнаиты, там показали, как мы там в экстазе поем, а уже входят слухи, что буддистов задержали. Каких буддистов? Чё там? Почему задержали? Вообще никого не задержали. Поэтому человека, у него ограничивают свободу, да, вот, его, так сказать, ловят, сажают. Раньше дали свободу в 90-е на часа полный беспредел, потом всех, кого не поубивали друг друга, так сказать, потом зажали, посадили в тюрьму, сейчас зажимают, так сказать, гайки закручивают, народ выходит, дайте нам свободу, это вам не царь, так вам дай свободу, вы же с ума сойдете, вам же уже давали в 90-е годы свободу, вы что с ней сделали свободу, беспредел был просто полнейший. И они вот не дают, жизни нет, долой царя, там все такое, чепуху несут. Хотя этих вот к власти поставь, придурков, да, еще хуже будет. Вот этих вот анархистов. Или альтернативы-то нет. Альтернативы, к сожалению нет, да. Вот, и люди, что остается?
А ним остается только внутренняя свобода. А внутренняя свобода, как они пользуются? Я пришел вчера к мужу сестры, чтобы правильно саморазрушение, чтобы колеса поменять. А он сидит, выпивает. Все, вот это внутренняя свобода. И каждый день. И я тоже до сознания Кришны каждый день выпивал. Правда, французский коньяк, сигары и ксир Мазда. Все так было по-цивильному. Ничего такого. Водка не интересовала. Все было круче. Вот. У меня были запасы коньяка этого французского. Я в сознание Кришны пришел, у меня 12 бутылок коньяка французского в ВСОП. Че, я с ними, я целый год с ними не мог расстаться. Кстати, ну жалко, это же такая, это же валюта, это же самая большая ценность, это коньяк французский, разный, Камю там. Раздали? Какой раздал? Отказался просто, все, больше нет, ушел. Ну тяжело было, тяжело, сигары, все это лежало, боже мой. Вот так вот люди живут. В этом состоит проклятие материального, проклятие, в этом состоит проклятие материального мира. Капила Дева говорит, третьей песне, что на людях лежит дайва вихатена, божественное проклятие, дайва вихатена, божественное проклятие. А что это означает? Они не могут думать ни о чем другом, кроме наслаждений. Вот в этом заключается проклятие, дайва вихатена, божественное проклятие. Потому что если это проклятие убрать, то люди просто перестанут на работу на эту дурацкую ходить. Я вчера колеса менял, уже темно было. Зачем это все нужно? Какое отношение колеса имеют к моей жизни, вечности, знанию, блаженству? Чепуха полная. Вот. И поэтому вот эта дайва вихитана, она снимается только одним действием. Каким? Каким снимается? Знание. Благословением садху, которое дает знание. Штопением святых имен. Которое знание. Что? Штопением святых имен. Да, ну. Но святые имена получили от кого? От садху. Садху дал благословение нам в виде святых имен. Да? И вот это дайва вихатена, вот это вот божественное проклятие, когда мы думаем только о чувственных наслаждениях, снимается только с садху. Поэтому их так прославляют, Шримад Бхагаватам. Поэтому их так прославляют. Нужно больше садху. Вот. Нужно больше садху. Да? Даешь больше садху, что ли? Да. Поэтому люди живут без садху как? За компанию. За компанию-то жить хорошо жить, да ведь? За компанию. На поводу, да, вот и этот самый, у них принцип, да, все так живут. Я вот просто нравится мне пятая, тринадцатая песня, пятой главы, где Махараджа, значит, Джада Барада, бывший царь, который уже отвязался, да. Пятая песня? Да, пятая песня, тринадцатая глава. Он получает нынешнего царя Махараджа Рахудгу. И там просто материальный мир просто клеймит, просто как это. Если даже почитают, как он просто ни камня на камне не оставляет материального мира. Вот что делают садху. Они просветляют. Блуждая по тропинкам, это 12 стих. В лесу материального бытия человек нередко остается без средств к существованию. У него нет ни дома, ни места, где можно присесть или прилечь, ни семейных радостей. Тогда он начинает попрошайничать, а если не добивается желаемого, то входит, ну, попрошайничать на работу, устраивается так же. Там, продают себя. То входит в долги или встает на путь воровства, за это его всячески унижают и поносят. 13 стих. Из-за денег отношения между людьми становятся напряженными и в конце концов перерастают в открытую вражду. Обычно муж и жена идут путем материального процветания, чтобы сохранить свой союз, трудятся, не покладая рук, но подчас из-за нужды или болезни они оказываются в очень тяжелом положении на грани смерти. О царь, ступив на лесную тропу материальной жизни, живое существо лишается отца с матерью. После их смерти оно чувствует особенно сильную привязанность к собственным детям. После смерти родителей привязанность переходит по эстафете к детям. Да? Это эстафета привязанности. Оно бредет дорогой материального процветания, в конце концов оказывается полностью сбитым толком. Оно умирает, живое существо, так и не узнав, как вырваться из этого заколдованного круга. Прабхупада комментарий пишет. Основа семейной жизни в материальном мире является секс. Мужчина и женщина вступают в половые отношения, у них рождаются дети. Дети вырастают, женятся и тоже зачинают детей. Когда отец и мать умирают, они вынуждены сами нести тяжкое бремя семейных забот. Так из поколения в поколение люди продолжают делать одно и то же. И никто из них не освобождается от оков материальной жизни. Они даже не пытаются встать на духовный путь, ведущий к знанию, отречению от мира и, наконец, бхакти-йоге. Истинный смысл человеческой жизни состоит именно в том, чтобы обрести гьяну и вайрагу, знание и отрешенность,
которые помогают прийти преданному служению. К сожалению, в нынешней эпохе люди избегают садху санги, общения с освобожденными душами, садху, и не желают сворачивать проторенные дороги мирской семейной жизни, поэтому они постоянно сталкиваются с проблемами, возникающими вокруг денег и секса. Вот. И там дальше он просто разносит это все. На свете было и есть немало героев, которые прославились на поприще политики и служения обществу, победили не уступивших в нем силе врагов. Однако все эти герои по своему невежеству думают, что земля, где они родились, принадлежит им. Поэтому они сражаются друг с другом и погибают на поле битвы. Такие люди не способны идти духовным путем, который избирают те, кто отрекся от мира. Они могут быть великими народными кумирами и вождями, но встав на путь духовного самосознания, им не под силу, но встать на путь духовного самосознания не под силу. Они великие, великие кумиры народные, но встать они не могут. И тогда живое существо, блуждающее по лесу материального бытия, укрывается в зарослях лиан и слушает пение обитающих там птиц. А иногда, испугавшись львиного рыка, оно заводит дружбу с журавлями, цаплями, стервятниками, это непонятно. Ну и так далее. Много чего. И вот садху, он вот таким образом просто разбивает в пух и прах нашу иллюзию материального мира, о том, что мы можем здесь устраиваться. Потому что люди из поколения в поколение одни и те же проблемы, одни и те же. Помните, вы изучали в школе книгу «Отцы и дети»? Кто написал? Кто ее написал? Ну, короче, мы изучали по школьной программе. Одни и те же проблемы отцов и детей. Вот он маленький, почти ангелочек, да, потом вырастает, становится полный утырок, эгоист, да. тянет деньги, не хочет ничего делать, так сказать, родители не уважают. Сегодня. Все. Из поколения в поколение одни и те же проблемы. Угу. Вот. Угу. И материальный мир что говорит? Он говорит, нормально все. Давай, покупай, наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся. Я вон езжу там, допустим, в сторону там, биатлона, когда там был вот этот Евроникс, да, там, сеть магазинов, там такой плакат, растяжка, там, не растяжка, плакат через всю дорогу. Эгоистам быть выгодно. Покупи один ноутбук, получишь второй в подарок. Эгоистам быть выгодно. Ну, такой, давай, так сказать. Да. То есть работай на меня, работай для того, чтобы купить два ноутбука. И главное послание материального мира какое? Предайся мне, наслаждайся, да. А Кришна говорит, что? Нет, мне предайся, да. Сарва-дхарма паритеджа. Просто предайся мне. Потому что садху – это посланники из духовного мира. Они говорят, предайся Кришне. В этом их великая ценность. Ценность. Причем не только наша. Да? Не то, что Махараджа Бхарата. Послушайте Нагорную проповедь Иисуса. Он же просто разбивает там все. Материальный мир клеймит, отрит все. Он призывает к полному отречению. Разве кто-то зовет в церкви к этому? Нет, нет, это неинтересно. Потому что со временем духовное послание что делает? Оно рассеивается, оно смягчается. Смягчается вот этим материальным миром, он вторгается. Потому что все церковнослужители вот эти вот, да, они все ездят на иномарках, на богатых. А что говорил Притху Прабу? В Германии вот этот вот областной, так сказать, вот этот вот начальник церковный получает 13 500 евро. Бесплатный Мерседес последней модели и водителя к нему, а также бесплатный многоэтажный дом. Отречение вообще. Какое тут может быть отречение? Это просто личности, то есть там платное. Платное, как это сказать, должности платные. 13 500 евро. Это огромнейший день. Огромнейший день. Наши тоже получают достаточно много, поэтому никакого отречения нет. И поэтому духовное послание, оно вот, на такой роскоши, оно рассеивается. И Нарада ругал Вьясу, что он говорил. Что он говорил, он своими пожимал. Ну, про кармакану. Да. Что ты написал, что ум и тело как объекты наслаждения писал. А ты пишешь Шримад Бхагаватам, который раскрывает все эти иллюзии материального мира, просто разрушает. Потому что, как не затыкай материального мира, вот сколько ты там не пытайся, там, чтобы там никто не выносил с музыкой, чтобы это... Все везде это просочится, везде интернет, он везде говорит о том, что тут сгорело, там дети погибли, тут, там, сям, пятое, десятое. Со всех этих мест это вот, все это лезет в материальный мир, и тут банки, кредиты людей догоняют, долги, и они там все маются, так сказать. То есть мы понимаем это давление, ощущаем это материального мира. И все это, главное, отбирается с улыбкой потом, да, ведь, как Махараджа рассказывал на лекции, кто был,
прекрасную эту историю, так сказать, как преданных облапошили, так сказать, с улыбкой зашли, а потом с улыбкой все деньги попытались отнять, не получилось, Прабхупада не дал. Вот, и приходит, вот мы сказали, да, приходит милостивый аватар Господа Чайтаньи, говорит, бери эту милость, мне ничего не надо. Можешь лежать, повторять, с плюшкой, с кружкой, повторяй Хари Кришна. Вот вчера я подарил маме, мама у меня там атеистка полнейшая, да, я подарил ей две гирлянды от Махараджа, в холодильник положил, принес ей, повесил, и она, мама такая у меня, так сказать, о, такая, Хари Кришна, Кришна, Кришна. Я думаю, о, вообще, пошла фотографироваться в гирляндах, хотя они уж были не очень свежие, но тем не менее, понимаешь? И вот он говорит, бери эту милость, вообще ничего не надо, просто повторяй, не хотим, люди не хотят, это называется неудачливые, это называется неудачливые люди. Это знаете, как Радхаятра была в Германии, пример такой приводит, его Раджендра Кумар, я его все время приводит. Была Радхаятра в каком-то городе, Радхаятра, и как правило, там бегают, раздают вот эти просад, все, и люди радостные, счастливые, тут Господь, все поют, танцуют, Радхаятра по улице идет, извиняюсь, так сказать. В наше время, да? Вот. Ну да, в наше время, да, в Германии. Где еще может быть? Какое время? Нет, дом с Прабхупадой, может быть. Нет, это я к тому, что... И один мужик идет навстречу, так сказать, и ему просад дают вот этот вот сладкий. И он с такой яростью, нет! И на улицу ломанулся, и его машина сбила насмерть. То есть, представляете, в одном мгновении от милости Бога, Господь идет, преданные, просад. И люди не хотят и все. Вот ты им даешь, они не хотят. Вот в этом является огромная неудача людей современного мира. Потому что им почти бесплатно все дается. Почти бесплатно. Практически ничего не надо. Такая халява, которой все хотят в этом мире халявы. Все до одного. Я просто вспомнил, что материальный мир, он пускает же пыль в глаза. Вот эта вся реклама, она же пускает пыль в глаза. Я вспомнил, в армии служил. Там вот самая... Армия — это слепок общества. Там вот пускают пыль в глаза, это просто там... Когда приезжает какой-то начальствующий, там чиновник, да, там генерал какой-то, да, начинают все красить, там все. Машины, я был механиком-водителем на БУК М1, на зенитно-ракетном комплексе. Натирают солярой. В боксах мы что делали? Нам надо же было покрасить бетонные полы, они же старющие, там плохо очень сделали. Солдаты же все делают, некачественно. Мы битум разводили солярой, катали валиками, он же не сохнет, воняет, не залезть туда потом, под машину уже, потому что это битум. Потом, когда это приезжал генерал Ахрамеев, генерал армии, там собрание делал в Житомире, я был после Чернобыля, через два месяца, когда грохнул, меня туда отправили, там, ну, мы служили, но там вроде ветер в другую сторону дул, поэтому я жив. Да? Если бы дул бы в другую сторону, или меня послали бы в другое место, через два месяца после того, как Чернобыль взорвался, да, я бы, наверное, уже здесь не сидел, не читал. Милость Господа. Вот. И там он соседним там, танковой какой-то учебке давал какой-то показательные, так сказать, эти вещи. И весь, так сказать, это, как это, не знаю. Все части этого округа, они ездили прихорашивать. Что мы делали? Наш участок был отведен квадратом 50 на 50, укатанный щебнем. И мы из леса возили дерн и укладывали кусочками, вот, для того, чтобы просто, когда он приедет, а потом все выбросить. Весь этот плодородный слой снимали, украдывали. И все это вычищали, плацы мыли с тряпками, все это, асфальт мыли с тряпками, зубными щетками. В общем, вот эта пыль в глаза, это вот в материальный мир он нам бросает пыль в глаза. А садху что делает? Он стирает это все. А Господь Чайтанья пришел, сказал, вам вообще делать ничего не надо. Вот вам милость, берите. Не хотим. Нам дают максимальные возможности получить при минимальных усилиях. Просто четыре принципа Махамантра. Внимательно. Все. Не хотим. Поэтому... Как изменить сознание? Мы очень удачливые. Вот тут три человека сидит, это очень удачливые души. Потому что мы хотя бы чуть-чуть понимаем ту милость, которую нам Господь Чайтанья принес, а Прабхупада распространил по всему миру. Мы хотя бы это понимаем, хоть чуть-чуть, что в этом мире нет никаких шансов выжить в этом мире, нет.
Шримад Бхагаватам – это полная антиреклама материального мира. Полнейшая. Но она не только бичует этот материальный мир, Шримад Бхагаватам. Он указывает нам путь, куда нам двигаться. И что Нарада Муни сказал Шри Деви Садеве? Он сказал, ты опиши славу преданного служения. Он ему сказал, начиная, это 2 глава с 6 по 20 стихи, там все говорится, что высшим занятием дхармы для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. То есть, когда Шрила Вьясадева написал Веды, как с помощью ума и тела можно наслаждаться, ему Нарада сказал, люди так склонны, они так склонны к наслаждениям, они, читая твои Веды, они скоро вообще забудут о личности Бога, о преданном служении. Они просто погрузятся в материальные наслаждения. Их будет высшим стремлением, там райские планеты, больше ни к чему не будут стремиться. Ты им напиши, самое главное, и вот Шрила Вьясадева написал Шримад Бхагаватам, мы удачливые люди. Сколько людей в этом мире читают Шримад Бхагаватам? Единицы. Единицы. Поэтому мы удачливы тем, что мы можем читать седьмой текст. Благодаря преданному служению личности Бога Шри Кришны, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру. Восьмой. Вся деятельность человека, совершаемая в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интересах послания личности Бога. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ей ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни. Для чего? Чтобы читать Шримад Бхагаватам, нужно желать здоровой жизни. Поэтому не надо там говорить, что аюрведа, там, так сказать, это опиум для народа, для преданных. Аюрведа очень полезна, чем больше, потому что больным невозможно следовать. Пандита Павловна Прабудда сказал, ну, что, конечно, там... Не увлекаться. Не увлекаться. Не надо верить в то, что там 120 лет проживешь. Ну, да. Но дело в том, что Пандита Павловна-то питается-то 100 пудов по аюрведе. Все нормально. Там все нормально. То есть вопрос разума. То есть он говорит о том, что аюрведа не должна стать вашим главным направлением. Шримад Бхагаватам, аюрведа для того, чтобы человек должен желать здоровой жизни. Слушайте, тут написано, что Шримад Бхагаватам, человек следует желать лишь здоровой жизни. Да, разум. Написано, следует желать лишь здоровой жизни. Значит, следует желать ее. А как ее желать? Через разум, через понимание, что это есть можно, это нельзя. Что нельзя пить лимонный имбирный напиток с сахаром, он выносит все доши. Самый популярный напиток в ИСККОН. Нельзя пить соду по утрам. Нельзя есть сырые овощи утром и вечером. Так, аюрведа говорит, для чего? Для того, чтобы желать здоровой жизни, и у вас будут постоянные проблемы. Эти вещи надо знать элементарные. Потому что кришнаиты живут не очень долго. Продолжительность жизни вайшнав не такая высокая. Почему? Потому что, главное, вот Шримад Бхагаватам и все. А все лечатся потом. У кого деньги есть, первое, что делают, когда появляются деньги, едут в Индию лечиться. Панчакарма, все дела, так сказать, 200 тысяч, да, только запулил. Появились деньги, надо полечиться. Надо желать здоровой жизни, то есть самосохранение, ибо назначение человека задавать вопросы об абсолютной истине. Здоровая жизнь. Значит, ты можешь задавать вопросы в абсолютной истине. Ничто не должно быть целью его деятельности и так далее. Поэтому смысл садху в этом мире, почему их так прославляют? Потому что они нас избавляют от иллюзий и дают нам путь к Богу. Самое высшее, что нужно делать. Поэтому садху нужно любить, ценить, уважать, почитать. И всячески стремиться к общению с ними. Хари Кришна, Гранараш, Бхагаван. Джай, эти вопросы будут? Есть вопросы у вас, должны быть вопросы. Значит, стремиться надо к общению с саду, да? Стремиться. Стремиться. Обязательно. Не размениваться на общение с равными, я бы так сказал. Не размениваться.
не ставить это во главу угла. Mm-hmm. Теперь я бхакти-врикшевец, и все, и я как бы для меня больше ничего не знает, кроме как общения с моими друзьями бхакти-врикшевцами, и вьюхи бхакти-врикши, и маха-вьюха, вьюхи-вьюхи, и вместе туда-сюда, и вот только вот мы вот варимся, все неофиты тут в одном своем котле, со своими спекуляциями, так сказать, и нет, общаться надо стремиться максимально садху. Поэтому вьюхи это хорошо, бхакти-врикши это хорошо, но как говорил Джайпатака Махарадж, ошибка бхакти-врикш заключается в том, что они замкнулись в себе, я правда интерпретирую эти слова, потому что бхакти-врикши должны собираться каждую неделю у себя, а потом раз в неделю все вместе встречаться на воскресной программе. В Ятве. Все вместе. Где старшие есть, где есть Кришна-катха, настоящая, а не бхакти-врикшевская, модуль там, две страницы, настоящая. Где есть киртан, совместное воспевание, не бхакти-врикшевский, 15-минутный, какой-то вялый такой, да, а настоящий. Когда там поют 150-200 человек, вот тогда это будет подпитка. Это не будет отрыва и все прочее. Ну, это я так скажу. Где эта встреча? А? Где эта встреча? А вот в Екатеринбурге нет воскресных программ, согласен. Это огромное, огромное упущение Екатеринбурга. В Екатеринбурге все хорошо, кроме нет воскресных программ. Это колоссальное упущение. И это большая беда. И когда придет это осознание, может быть, они появятся. Потому что они должны быть, туда должны приходить новые люди, вот вы прийти должны туда, да? Потому что воскресная программа это что? Это проекция духовного мира. Иначе, если мы читаем Шримад Бхагаватам, там все время говорится, вот духовный мир, все говорят духовный мир, а покажите, как он хоть выглядит. Что такое духовный мир? Что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. Вот тебе воскресная программа, вот там как раз вот этот вот духовный мир, он проявляется во всей своей красоте и многообразии. Там пир любви, там лекция такая небольшая, вдохновляющая, там киртан и танцы, там хорошее общение, там все красиво, все хорошо. Один раз в месяц давайте проводить духовную программу. Так мы вроде хотели проводить, видите, никто не вдохновляется в Екатеринбурге. Мы тут пытались с февраля месяца проводили, но так больше никто не отозвался. У нас начинаются выездные харинамы, и мы, к сожалению, воскресные программы в Екатеринбурге завершаются. Потому что их проводить некому. Нет ни сверху, ни снизу желаний это делать. Поддерживать, вдохновлять, организовывать. Все ждут, когда кто-то найдется, кто будет тянуть воз сам. А мы, к сожалению, вступает сезон харинам, мы начинаем оба выходных харинами. Поэтому что нам? А харинамы где проходят? Харинамы проходят на Вайнера каждую субботу с часу до шести. Мы избавляем город от привидений. Охотники за привидениями, это лучшие охотники за привидениями, это Хари Кришна. Ну, тогда можно с часу до шести там участвовать, а потом можно взять сюда и проводить. Хорошая идея, кстати говоря, Матаджи подкинула. Можно участвовать на харинаме, а потом приходить сюда и проводить воскресную программу. Да. Тоже тем же составом, да? Нет, почему? Привлекая во время храмы новых людей. Ага, вот правильно мыслите. Так раньше всегда и было, так везде происходит в других городах. Ну, не везде, конечно, но такая идея должна быть. Такая идея должна быть. Привлекать новых людей. Что-то легкое, ну, так вот как почитали. Надо регулярно соблюдать. Да, и просили. Ну ладно, у нас время выходит. Сразу очень хорошо. Давайте мы сейчас закончим. Я угостила просады и сразу же... Гранд Рашиман Бхагаватам, ки джа, Шрила Прабхупада ки джа, Нитай Гуру Премананда, Хари Хари Бол. Вся слава собрана. Ну, вот.